Симон Франк. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Для зрителей я объясню, что все мое детство проходило под музыку Рамштайн, поэтому я идеально знаю немецкий язык. Du hast mich gefragt, Mutter, ich will. Я, видимо, баварский у меня диалект, нам все-таки понадобится переводчик как-то. Ты же сказал, что знаешь. Я думал, они меня поймут. Окей. Окей. У нас есть переводчик, да? Невидимый, Игорь, он невидимый. А, невидимый переводчик. Да, ой, это прикольно работает, да, прикольно. Хорошо, вы приехали в Тюмень. Как вам наш город? На самом деле мы приезжаем уже второй раз. В прошлом году были на театральной революции. Сейчас привезли свой проект. И очень рады, что мы в Тюмени вновь. Были на набережной. Да, мы чуть-чуть погуляли по городу. Были на мосту влюбленных, видели мамонта в музее. В общем, мы тут уже кое-что видели. Какой опыт вы привезли и что бы хотели почерпнуть от наших российских актеров? Мы ассоциация непрофессиональных немецких театров. Сюда мы приехали с группой молодых актеров. Они из разных городов Германии. Основная наша цель — это просто поработать с актерами здесь, с молодыми ребятами, и понять, чем мы отличаемся. Или наоборот, где-то есть общие черты. Наверное, в этом и есть основная изюминка того, что мы здесь будем делать. Ну, хорошо. Я, если честно, всегда хотел играть в театре. А еще лучше в театре европейском. Можно вас попросить дать мне несколько заданий, а я напомню, что я в идеале знаю немецкий язык, попросить дать мне несколько заданий, чтобы я их выполнил, и вы посмотрите, насколько я профессионален. И сравним, правильно ли Игорь понимает вас. Ganz einfache Begriffe, damit du es nicht so schwer hast. Ну, типа того. Ganz einfach, typisch deutsche Tätigkeit, Staubsaugen. Ну, это легко. Я должен влюбленно смотреть на оператора. Это какое-то простое задание, мне кажется. Давайте, все. Добавь эмоции. Так, он увидел так, что должно быть на самом деле. На самом деле Симон попросил Игоря представить себя в роли домработника, который пылесосит ковер. Пылесосит. Хотя если бы ваш ведущий смотрел на меня так, как смотрел на оператора, то я бы еще лучше пылесосил. Это бы получилась супер игра. Что вы привезли в Россию? Что вы готовы показать, а чему научить наших актеров? На самом деле мы привезли двух режиссеров, и они работают вместе с российскими и немецкими ребятами. Они проводят мастер-классы, изучают театральные техники. И цель этого всего, чтобы в конце ребята сделали эскиз спектакля на тему «Мечта». Этот эскиз будет показан на сцене. Есть еще одна русско-германская группа, только там работает ваш режиссер, он из театральной студии «Бытие» Артемом Васильевым. Это уникальнейший опыт. Кроме того, в прошлом году принимали эту группу у нас в Германии. Последний от меня вопрос. Как вам русские девушки? Ты, я заинтригован. Вот на этой прекрасной ноте я хочу сказать огромное вам спасибо. Общение с иностранцами — это всегда открытие чего-то нового. Учите немецкий язык, ребята. Мы ждем премьеру. Мы ждем премьеру. А все девчонки Тюмени сейчас должны вздохнуть с облегчением. Вы все красавицы. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо тоже.